Старшыня гомельскага аблвыканкама Геннадзь Салавей дарушыў актывізаваць работу па навядзенні парадку ў лясах. Прычым тычыцца гэта як збору смецця, так і вывазу на апрацоўчыя прадпрыемствы дрэў, спілаваных падчас барацьбы з караедам. Для таго, каб азнаёміцца з рэальным станам спраў, наша здымачная група выехала ў рэйд у гомельскі раён. З гэтага пачынаецца практычна кожны працоўны дзень работнікаў лясніцтваў. Уборка смецця, якое людзі пакідаюць у лясах. Прычым, каб пазбавіцца ад адходаў, некаторыя на легкавых аўтамабілях могуць праехаць некалькі кіламетраў па дарозе, дзе не ўсякі грузавік пройдзе. Праўда, у апошні час гамельшане больш часта пакідаюць непатрэбнае на ўскрайку леса. С'езды дарог, канешне, адклікаюць нас ад работы. Тут пастаянна мусар выбрасуецца і прыходзіцца адклікацца на уборку. Вместо таго, чтобы там садить лес, уходы делать за культурами какие-то. Приходится чуть ли не ежедневно выезжать и убирать вот съезды эти от выброшенного мусора. Чаму люди не могут довести смецце до города и выкинуть его у отповедный контейнер? На гэтае пытанне лесники докладно отказать не могут. Хутчэй за все кажуть, проблемы с выхованием. При этом часто існуе магчимость высветлить особу порушальника. У экологов на гэты конт распрацаваная целая система. Нехта с недобросумленных громадян уже нават штрафы отрымал. Причем не маленькие. Это 50 базовых величин на человека. И пусть не думает гражданин, что когда он разместил пакет и уехал, остался незамеченным, не выявленным, значит, его не сняла фотоловушка, или в его отходах в этих масса находится чеков, квитанций и так далее, позволяющих потом впоследствии установить личность того, кто это сделал, и, соответственно, принимать меры, независимо от того, пойман он на месте с поличным, либо нет. Еще одно питание, яким сегодня активно занимаются у лесгасах, вывоз нарыхтованных дрэў. Причем размова не только об раслинах, якія были пошкоджены караедом. У жнівні на территории гомельского лесгаса прошел моцный ураган, які пошкодил насаджэнні на территории у 360 гектаров. Прикладно столько ж потерпела от караеда. Теперь всю эту драунину, якая, дарэчы, пригодная для промысловой перепрацовки, необходимо вывести на отповедные предприемства. Кончатковый термин выполнения этой задачи 1 снежня, але у гомельском лесгасе мают намер завершить работы ранее. Она ничем не отличается, это древесина от древесины, которая здорова. Самое главное вовремя убрать. То есть не дали этой древесине посинеть, и она не потеряла качество, она отличная древесина, которая нормально пользуется переработкой. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадо, компания «Гомель».